Александр Валиулин, офицер в прошлом, сейчас на пенсии. Сергей Александрович, такой вопрос. А были ли артисты, которых вы пригласили, но они не смогли участвовать в вашем фильме? Это первый вопрос. А второй, были ли замены артистов во время съемки? Да. У нас была одна кастинговая проблема. Как она образовалась, я даже не знаю, но поскольку я как-то держусь за счет того, что извините меня за это откровение, но я никого не слушаю никогда. Я большой специалист по, так сказать, преданному глядению в глаза, когда мне кто-нибудь что-нибудь рассказывает. И я еще так замечательно всегда говорю, как хорошо, что вы мне это сказали именно. Это и хотел, это, может, это то, чего я хотел бы услышать. И никогда в жизни со мной не было такого случая, что я бы это говорил всерьез, понимаете? И вот тут, значит, меня все додолбались с Олегом Бойко. Все додолбали. Я его с самого начала хотел брать. Я там к нескольким артистам хорошим подходил, говорю, а вот я его не знаю, Олег, как тебя... Ну, знаешь, у него там зрелость, недозрелость, перезрелость. Все как-то... Я как-то оказался один в таком кастинговом упрямстве. И я так пригласил Сережу Безрукова. И стали мы снимать, репетировать с Сережей Безруковым. И даже снимать начали с Сережей Безруковым. И все стало, как ни странно, складываться. Складываться по-другому совершенно, потому что он, конечно, был не пехотный офицер. Конечно, там что-то совсем такое другое, чего-то начинало складываться. И дальше вдруг Сережа говорит, слушайте, у меня такая драма прямо. Я говорю, что случилось? Папа у меня, мой папа, написал давно историю про Есенина. И сейчас ему утвердили Есенина. Именно сейчас. И, конечно, ну, вы должны меня понять, но я не могу отказаться сняться у собственного папы. Ну, не могу. Вы должны меня понять. И я сказал, Сережа, да это даже вообще выкинь из головы. И не думай ни одной секунды. Конечно, я понимаю все это самое. И на следующий день взял Бойко. Вот. И я не могу сказать, понимаете, там, что лучше, что хуже. Но то, что у меня на сердце стало лучше, это точно совершенно. На сердце мне стало лучше. Вот.